Ой-ой-ой. Вот он бегает, нифига себе! Вот это да, вот это ныку я нашел. И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрий Розы. Сегодня у нас будет вторая часть наших любимых с вами пряток. Мы попробуем уже поиграть на карте школа. А давайте же будем стартовать. Перед началом видео вы, как всегда, можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Также по ходу видео будет кодовое слово, за написание которого вы от меня получите сердечко. Ссылочка на Discord, на плейлист игры, на игру и на донатик. У кого есть желание, возможность поддержать меня лично, буду благодарен. Так, давайте же будем стартовать. Сейчас расскажу еще раз правила для тех, кто не слышал. На старт еще пока что не нажимаем. Значит, будем играть мы на карте школа. Когда начнется игра, никто никуда не уходит из комнаты. До тех пор, пока не будет обнаружен монстр. Потом он превращается в монстра. Идет, значит, в директорскую. В директорской он говорит у микрофона: «Я здесь», «Тудым-сюдым». И говорит, значит, считает до 60. В это время мы прячемся. В это вот время, и у нас потом будет на поиск 10 минут у монстра, чтобы найти игроков. Значит, подбирать аптечки, выполнять задания, саботаж, это все запрещено. Просто прячемся, ищем друг друга в течение 10 минут. Перепрятываться можно только на свой страх и риск. Ну и проходами маленькими, вот этими вот, которые в стенах, проходы там, где в присядку, тоже можно, в принципе, передвигаться. И желательно также передвигаться на корточках, чтобы монстр вас не заметил. Вроде все на месте, всем понятно. Напишите плюсик, и будем уже стартовать, да? Сейчас я таймер поставлю, и будем уже стартовать. Ну, есть плюсики в чате, ну-ка. Все, всем понятно, мы стартуем. Нажимаем на старт, поехали. Так, сейчас я нахожу таймер, где тут вот, у меня он был. Таймер, таймер, таймер. Друзья, принимаю. И мы будем, в принципе, стартовать. Также, ребятки, пишите в комментариях свои какие-то идеи для видеороликов. Самые топовые по лайкам я отберу, и уже, возможно, завтра будет видосик. Вот так, никто никуда не уходит. Так, 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 все пока что ждем здесь. Ждем здесь, ждем монстра. Да, пока что никто никуда не идет. И мы ждем монстра. Мы ждем монстра, мы ждем монстра. Карта школа будет побольше, да. Конечно же, поинтереснее. И кто же монстр? Момент истины. Кто же у нас сегодня будет главным антагонистом? Опа. Ну и кто монстр? Кто у нас? Опа. Ничего себе. Все. Значит, это у нас вроде кто, это непонятно, то ли Cartoon Cat, по-моему, да? О, сейчас он будет, значит, считать. Надо включить, правда, голосовой чатик. Или нет, и так будет слышно, все, я вспомнил. Так, ну что, мы ждем-с. 7, 8, о, он уже начал считать! Быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! 12! Ой! 14! Ничего себе! Ой-ой-ой-ой-ой. Капец, он уже начал считать, ребятки, быстрее. 21. 22. Ё-моё, я хочу на дерево. 25. 26. 27. О, я на дереве. Я буду на дереве, ребятки. Сегодня я буду на дереве, короче. Капец, такая моя нычка. Сейчас я буду отчитывать. Ничего себе. 38. Ронкет там бегает. Фух, я на дереве сижу. Я на дереве сижу. 43. 45. 46. Если вы тоже хотите поучаствовать в прятках, которые, возможно, уже будут в скором времени, то вы можете, конечно же, вступить в наш Discord-сервер. Вот, ссылочка на него будет в описании. Так, я надеюсь, меня там никто не скинет. Умный такой. Кто там прыгает? Все, время пошло. Бац. Сейчас мы увидим, найдет ли он меня на дереве или нет. Наверное, даже если вы играли в прятки дома, где-то у себя на территории, возможно, кто-то и прятался на дереве. Я так лично делал в реальной жизни. А вот мимикрия, вот мы сейчас будем следить. 10 минут, я надеюсь, нычка моя сработает.
Надеюсь, все будет хорошо. Поехали. На-на-най-на-на, я на дереве. А где Ронкэт, кстати, о птичках? Где-то он запрятался, интересно. Короче, я такой зеленый, я на дереве зеленом сижу. Я на дереве сижу. Но если он даже меня заметит, ему надо будет еще и запрыгнуть на дерево. А я в это время смогу потом еще убежать. Вот, поэтому такие вот делишки. Надеюсь, никто энергетики, аптечки поднимать не будет, а то это будет все против правил. Короче, следим. Я надеюсь, я высоко сижу, меня он снизу не бахнет, не жахнет. Он играет за Фортиса. Чел такой жесткий. Ой-ой-ой. Что за звуки? Или все тихо пока что? Хорошо, мы ждем. Мы ждем. Я надеюсь, что мы сегодня две катки сыграем. Мне было бы интересно поиграть в две игры, так же, как и в прошлой серии. Ну и также я надеюсь, что никакие вылеты из серверов не будет, ничего такого не будет. 2 минуты прошло. Давайте каждые 3 минуты будем говорить, когда время, что прошло, писать в чат. Так, я слышу его. Я его слышу. Слышу, что он там уже кого-то бьет. Так, интересно, конечно, очень даже интересно. С самого начала я так и хотел на дереве заныкаться, я даже чуть на стриме не проговорился, потому что очень-очень интересно, такая нычка. Так, сейчас я напишу, что 3 минуты прошло. Сейчас я напишу в чатик, 3 минутки прошло. Ой. Еще 7 у нас минут остается. Вот через 20 секунд уже 3 минуты пройдет. У меня тут таймер. Имеется. Сейчас я напишу. Дмитрий... 3 минуты прошло. Да? Так, мы ждем. Сидим тихонечко, никого не трогаем. Вот моя нычка. На дереве. Нышпарка. Слушайте, о, вот он пробежал только что. Вы это видели? Ой-ой-ой. Вот он бегает, нифига себе. Вот это да, вот это ныку я нашел, слушайте. Это вообще жесть. Это просто жесть. 2 раза пробежал этот чебурек здесь. Я слышал его шаги, это просто только что была какая-то жесть полнейшая. Возможно, 10 минут это слишком мало на карту школа, но я думаю, в принципе, нормально. За 10 минут можно как раз-таки впритык оббежать всю локацию. А вы как считаете, напишите о, в комментах. Я не понял, это что за дела? Это кто? Ты кто? Эй, скинул меня, блин. Ой, блин, нет, кто меня скинул? Это был Cartoon Cat. Нет, меня нашли. Такая крутая нычка. А, нет. Как же так? Капец. Просто капец какой-то. Жестяр. И как мне написать, что время вышло? Тут был Рон Кэт, тут Фризи. Вот он. Ах ты, меня выдал этот гаденыш. Меня выдал Cartoon Cat. Ух, блин, моя нычка была хорошая, меня просто тупо сдали. Капец. Рон Кэт хорошо заныкался, кстати. Так, сейчас я буду в Дискорд писать, наверное, что половина времени прошло. Вот. Все эти дела. Наверняка это все будет в Дискорде. Время вышло, я напишу потом, когда уже будет впритык. Раз, Фризи, вот он здесь. Хорошая нычка. Меня тупо сдал Cartoon Cat. Мне кажется, я бы продержался. Как вы думаете? Как вы считаете? И он, кстати, оружку подобрал. Вы это видели? Хотя нельзя. Нельзя было подбирать по правилам, но ладно. Тенюзера завалили. Рон Кэт здесь заныкан. Фризи здесь за кустом. Ничего себе. Вот здесь бегает Бугайчик. Бугайчик наш любимый. Очень жалко, что меня нашли. Такая хорошая нычка. Такая великолепная нычка. Я думал, я продержусь. Я даже половины времени не продержался. Печально. Так, под лестницей тоже никого нету. Хотя тоже нычка хорошая довольно-таки. Cartoon Cat. А Рон Кэта он нашел, слушай. Кто там? Опа, 9 минут. Ничего себе, сейчас завалит походу. Ё-моё. 9 минут. На 9-й минуте заметили Рон Кэта. Капец. Ты посмотри-ка. Ой, тут тупик. Все, походу ему хана. Сдался. Последний остался у нас. И остается 40 секунд до окончания битвы. До нашего окончания первого раунда. Сейчас мы, короче, посмотрим. О, вот он, смотри, бежит. Нет, ну что ж ты так?
оставалось, сейчас я напишу. Значит, первый раунд у нас закончен. Победил монстр, считается. Так, ну что, первый раунд у нас закончился победой монстра, наверняка, потому что там оставалось все же еще 20 секунд до победы. Почему-то тот, который ныкался, вышел. Не знаю почему, но, короче, монстр победил. Время там еще было. Так, ну что же, мы опять же стартуем. Мы стартуем, сейчас будем стартовать раунд номер 2. Поехали. Сейчас я включу микрофончик, никто никуда не расходится. К нам еще Дмитрозиха подсоединилась, да, как и в прошлом видео. Вот давайте же будем начинать раунд номер 2. Так, надеюсь, все у меня загрузится, все будет хорошо. Так. Ну что же, в первом раунде у нас победил по ходу монстр, потому что время у нас было 9.40, да, 9 минут 40 секунд. И как раз таки в это время завалили последнего игрока, поэтому наверняка все же победа монстра. Еще раз рассказываю правила, значит, аптечки, энергетики подбирать нельзя. Сейчас монстр идет в директорскую, считает до 60. В это время мы прячемся. Да, кто монстр, а ну-ка. Так, опа, вот монстр. Значит, ты идешь сейчас в директорскую и считаешь до 60. Мы прячемся за это время. Время у нас на поиске 10 минут. Я засекаю, в чате пишут. Если же меня завалят, то в Дискорде я напишу, время вышло, и победители там уже будут выбраны. Так, всем все понятно? Еще какие-то правила? Плюсаните в чатик. Я вас не слышу, потому что у меня голосовой чат выключен, чтобы меня хорошо было слышно на видеоролике. А так то... Все дела вот такие вот. Ну, все, будем сейчас стартовать, да? Будем, в принципе, стартовать. Все, ждем монстра и стартуем. Я начинаю. О, все. Ого, 5, 6, 7, ничего себе быстро, конечно. А здесь могу? 11, 12, 13, не могу. 16, 17, 18, быстрее, 19, куда мне? 21, 22, 23, сюда не хочу. Надо где-то на улице, я считаю. Дмитрозиха, ты где будешь? 31, 32, 33, о, я не знаю, где мне ныкаться. Я не знаю, где мне ныкаться. Может, здесь где-то? Капец, время уже выходит. Время на исходе. Ничего себе. 55. Не знаю, я где-то здесь буду. Начинает. Там хоть вверху нет дырки. Там есть дырка. Все, мне поход кирдык, ребят. Мне поход кирдык. Не знаю я. Здесь я буду, пожалуй, в углу где-то. У меня даже нычки нормальной нету, блин. Дмитрозиха, а что мы делать будем? Капец, у меня нычки нет. Время пошло. Ой, я забыл засекти время. Ой, ну ладно. Короче, мы начинаем. Я там 20 секунд отниму, да? Что я забыл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я в углу сижу, никого не трогаю. Ронкет сюда пришел. Ну, капец какой-то. Жестяра. Три игрока в одном месте. Не, ребят, походу, мне надо сейчас идти переныкиваться. Не страшно. О! Меня затолкали. Куда мне идти? Спасибо большое, Ронкет. Меня затолкал просто куда-то за текстуры. Короче, я где-то здесь буду. Я хз, куда мне ныкаться? Я просто хз. Ой. Ребятки, меня сейчас поймают, походу. О, отключился, блин. Был монстром, почему-то отключился. Капец, ну нам повезло крупно, потому что нычек у меня не было. Так, дубль 2. Монстр отключился, я так понял. Я еще не успел заныкаться. Ждем-с еще разочек. Еще один раунд заново. Короче, нычку я не нашел. Сейчас будем опять же стартовать. Кто монстр? Кто-то уже убежал из этой комнаты. Короче, ждем. Еще одна попыточка, и будем уже, думаю, завершать. Еще один хотя бы раунд полностью мы запишем на видеоролик, а потом уже будет видно. А что случилось с монстром? Не знаю, без понятия. Так, кто монстр? Кто монстр? Опа, вот он монстр. Он идет, значит, в культовую потихоньку. И мы сейчас потихоньку будем ныкаться. Давайте я выключаю микрофончик, и мы начинаем, да? Что-то не слышно ничего. Эй. Чего? Вообще не слышно. Кто-то слышал что-то? Я не слышал, например. Там уже до 50, наверное, досчитал. Капец. Жестяра полнейшая. Ладно, я выхожу на улицу. Сейчас буду ныкаться где-то.
Сейчас буду где-то ныкаться там в углу, я попытаюсь. Может быть, здесь, слушай, за кустиком этим, он меня не заметит. О, здесь хорошая ныка, слушай, ребятки. Слушайте, ребятки. Уже кого-то валят, нифига себе, время пошло, считается, да? Жестяра, я не слышал, чтобы кто-то считал. Короче, у нас сегодня такие какие-то игры очень странные. Первый раунд вроде бы удался более-менее хорошо, а вторые два уже что-то как-то плоховато. Ну что? Что есть, то есть. Очень все неоднозначно, но я сижу вот в нычке. Вроде меня не видно, вроде меня не видно. Вроде меня не слышно, микрофончик у меня выключен. И мы ждем. Вроде как еще игроки живы некоторые. Кто-то вообще задание выполняет. Чего? Это жесть полнейшая. Кто там задание выполняет? Кто-то чисто подключился поиграть, я так понял, да? Ну, делишки, конечно, очень странные. Или кто-то даже прятался и одновременно задание выполняет. Я же говорил вроде в начале видео, что задание выполнять не надо. Так, ну капец какой-то, что происходит? Прятки вышли из-под контроля, я так понял, да? Чего? Картунка это завалил. С ружья кто-то кого-то, капец какой-то. Какой-то месилово, а не прятки у нас сегодня получились, но... Думаю, завтра это уже будет лучше. Как есть, так есть, ребятки. Я уже... Это не от меня зависит. Я все правила объяснял. Это уже игроки бесятся, как могут. Это уже игроки бесятся, как могут. Прикиньте, сейчас такие задания выполняют. Сбегают все. Капец. Так, я сижу. Меня нет. Я сижу. Меня нету. Кто-то с ружья кого-то завалил. Но это жесть какая-то. Я же говорил не поднимать никакие оружия, ничего не делать. Это будет уже не прятки. Короче, какая-то жесть. Какая-то жесть полнейшая. Надо было правила прям все по полочкам разложить, все объяснить, все эти правила. Как в первой серии. Но я думал, что те, кто смотрели первую серию, и так поняли, как играть. Оказывается, нет. Некоторые до сих пор, походу, не понимают, как играть. Вот в прятки в мимикрия. Ну, капец, конечно. Просто капец какой-то. Прятки вышли из-под контроля. Так, сидим, ждем. Сидим. О, нет, меня завалили, блин. 4 минуты. Жестяра. Вот он, Роткэт, здесь, оказывается, гаденыш. Ты посмотри, какой. Ну, все считается. Еще сейчас выйдет время. И если Ронкет выживет, то значит он выиграл. Мы его будем поздравлять. Вот это да, конечно. Он еще и умудрился как-то сбежать. Нифигашеньки себе. Я там в тупике как-то застрял, меня завалили. Такие вот дела. Ладно. Ладно, ждем-с. 20 секунд. Где бугайчик? Бугайчик ищет, найти не может. Бугайчик растерян, потерян весь. Если бы Ронкета раньше завалили, то, возможно, бы я выиграл. Но не будем наговаривать. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, выжил на последней секунде. Ну что же, ребят, на этом мы уже будем, в принципе, завершать наши прятки. Время прошло 5 минут 50 в этом раунде. Так, ну что, будем уже потихоньку завершать, я думаю, да? Ну что же, дамы и господа, думаю, на этом мы будем наше видео пряток завершать. К сожалению, оно получилось не таким интересным и крутым, как было в прошлой серии, потому что многие просто тупо нарушали правила. Но, думаю, в следующей серии, когда вы уже посмотрите это видео, возможно, еще предыдущее, чтобы вы вошли в курс дела и... Поняли все правила, и будет все хорошо. На этом все, мы будем, в принципе, завершать. Следующие прятки, возможно, будут завтра. Вот, вы там пишите в комментариях. Если комментарии будут залайканы под видео, то, возможно, уже завтра мы будем продолжать прятки. Все, спасибо всем за внимание, мы будем, в принципе, завершать. На этом все. Мы сегодня играли в игру по названию Мимикри. Я, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был я, Дмитрий Розе. Увидимся в следующем видеоролике. Ссылочка на Discord, на плейлист, на игру, на донатик и на плейлист игры. Как я уже сказал, есть все в описании, на Discord тоже. Увидимся в следующем видеоролике. Всем удачи, всем пока-пока. Все.